Добрый день. Очередной наш ролик про Америку. Любой водитель, наверное, меня поймет. Вот моя замечательная машинка. Сегодня пришло время ее регистрации. С моей стороны находится отдел ДРВ, называемый Driver Department. Некое учреждение, которое занимается вопросами выдачи номеров на машину, выдачи прав, приема экзаменов, выдачи ID-карт. Я только что получил номера на свою машину и оформлены новые документы. Временное оформление было потрачено приблизительно 12-15 минут. В моем присутствии клерк взял все данные с компьютера, выписал чек, который сразу же оплатил наличкой. Еще через минуту сходил в соседнюю комнату, принес запаянный в пластик эти два замечательных номера и липучку о том, что я могу ездить в течение этого года. И все. 15 минут. Никаких очередей. Работает 4 окна, которые обслуживают живую очередь, которой практически нет. Ну и остается только сравнить с аналогичным учреждением в России, где человек для получения номерных знаков и снятия или постановки машины на учет вынужден потратить как минимум один день. Удачи и хорошего дня!